Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 15 июня выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60, в Вилюйском, Мигино-Кангаласском 5, в Амгинском 4, в Алданском, Мирнинском, Татинском, Усть-Алданском по 3 случая, в Верхоянском, Ленском и Хангаласском по 2. Несмотря на такую немножечко нестабильную улучшающую ситуацию, все равно у нас имеется рост. Особенно хочется обратить внимание на постоянное выявление случаев в Мигино-Кангаласском УСИ и в наших городах, такие как Мирный, Нерюнгри и Алдан. Всего за сутки проведено 801 исследование, обработано с периода начала пандемии уже более 1 153 000 тестов. Самая главная задача остается сегодня для нашей республики – это вакцинация. На 15 июня у нас в республике поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу вакцинации получило 185 425 человек, в том числе свыше 42 тысяч лиц старше 60 лет. Вторую дозу вакцины получили 137 216 человек, в том числе лиц старше 60 лет 33 тысячи человек. Таким образом, у нас всего использовано 89% вакцин от общего объема, поступившей в республику. Но, тем не менее, мы отмечаем снижение темпов вакцинации. К сожалению, за эти выходные дни у нас первую дозу получали чуть больше 150 человек, что говорит, конечно, о недостаточной работе. Хотелось бы все-таки привлечь наше население о том, что все-таки вакцинация это является самым главным, самым важным прерывателем факторов распространения новой коронавирусной инфекции. Тем более в летний период, когда очень много передвижения как внутри республики, так и вне нашей республики. У нас, как уже говорилось, отмечалось, регистрируются в том числе новые штаммы британского вируса, которые чаще всего заводятся из-за пределов нашей республики. Поэтому хотелось бы, чтобы вы все-таки более внимательно относились и к своему здоровью, и к здоровью старшего поколения, к здоровью наших беременных. Беременных женщин, кормящих мамочек, детей, которые не могут получить данную вакцину, прививались сами, прививали окружение. Еще раз акцентирую внимание, что сегодня это единственный правильный способ уберечься от новой коронавирусной инфекции. Будьте здоровы!